Местом проведения акции ко Дню защитника Отечества для автомобилистов в Бресте стала улица Ленина. Транспортные средства под управлением водителей мужчин выборочно останавливали прекрасные сотрудницы Управления внутренних дел и госавтоинспекции. Руслан Валерьевич, да. Мы сегодня хотим поздравить ГАИ Брещины вас с 23 февраля. Хотим вам пожелать благополучия, здоровья, счастья, мира вашей семье, чтобы у вас всегда был надежный тыл, чтобы у вас все получалось, успехов, ну и, конечно же, безопасных дорог. Сегодня сотрудницы милиции Брещины приняли решение поздравить наших уважаемых граждан, наших уважаемых водителей, мужчин с этим праздником. Наверное, можно смело сказать, что это профессиональный день мужчин. Все да? Правильно, да. Самое главное, крепкого-крепкого здоровья вам, вашим родным и близким. После привычной проверки водительского удостоверения следовали неожиданные, но приятные поздравления с праздником. Но и это еще не все. Ведь каждый из законопослушных водителей получил в подарок набор автокосметики от постоянного партнера подобных акций магазина «ГРАС». Не нарушайте правила дорожного движения. Не нарушаем. Это замечательно. Вам подарочек. От нашего партнера мероприятия. Спасибо. Возьмите, пожалуйста. Ну и, конечно большое. Же, желание крепкого здоровья и безопасности вам, вашим родным. Спасибо, спасибо. Соблюдайте правила дорожного движения, и все будет хорошо. Спасибо. Всего большое. Хорошего. Счастливого вам пути. Водители оценили приятный сюрприз и отметили, что подобная практика – очень хорошая профилактика дорожных правонарушений. Ведь и в будни, и в праздники правила дорожного движения необходимо соблюдать. Конечно, надо соблюдать правила дорожного движения и переживать за безопасность как себя, других участников движения, так и своих пассажиров. Неожиданно, да. Я думал, что это, может, нарушил, но не ожидал такого. Побольше таких акций – добрее люди были бы. По доброй традиции сотрудницы милиции Брещины поздравляют мужчин с праздником, с Днем защитника Отечества. Ни один участник дорожного движения, особенно если он законопослушен и не нарушал правила дорожного движения, не остается в этот день без подарка. От лица всех женщин милиции Брещины хотела бы поздравить всех наших уважаемых мужчин, наших уважаемых граждан с Днем защитника Отечества. Самое главное и основное, хотел бы пожелать им крепкого-крепкого здоровья, мирного неба над головой. Ну и, конечно же, чтобы они оставались всегда надежным тылом не только для своей семьи, но и для нашей страны. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Льмонтович, телекомпания БУК-ТВ.